Знал це надвор'я. Своє професійне свято 23 сакавіка адзначаць метеорологи. Своєчасово інформувати насельніцтва про несприяльні умови надвор'я або небезпечні метеоз'яви. Оперативно предоставляти необхідні прогнози для сільської господарки і дорожних службов. Постоянно бути на сувязі з супрацовниками МНС. Спектр задач у синоптиков великий. На допомогу в непростой справе приходят сучасные технологии. Про цікавую и творчую работу, якая потребує докладности, у материале Сергея Искола. Каждый день в срок 15 часов мы наблюдаем температуру на глубине под естественным покровом почвы. Сегодня она составляет плюс 1,5 градуса по Цельсию. Эта информация нужна для всех организаций, связанных с земельными работами. Ці треба брати парасон або планувати поїздку за город на уікенд? Откази на гэте питання рані за усіх ведуть синоптики. Лізавета Груздєва по адукації наставниця географії. На метеостанції Вітебск працює амаль 2 роки. Робота унікальна і важна. Дадзены аб тым, ці будуць ападкі актуальныя не толькі для насельніцтва. Яны неабходныя работнікам сельской господарки, дорожным і транспортным службам. До того ж, умение распознавать розныя з'явы на двор допомагає і у побуті. В повседневной жизни, конечно, теперь я стала понимать, какие облака несут дождь, а какие ясную погоду. Поэтому, планируя какой-то отдых, я могу спрогнозировать хоть немного, но в течение дня погоду. Нужно в первую очередь доверять краткосрочным прогнозам погоды, потому что они в данное время более достоверны. Антициклон и атмосферный фронт для специалистов – это не просто слова. Метеорологи круглосуточно назирают за облачностью, температурой поветра и глебы, а так само хуткостью ветру. Миновито синоптики попереджвают жихаров полночного региона про моцный порывистый ветер або про тяглые опадки. У гэтым допомагает не только сучасное обсталевание, але и веды. Быть синоптиком – саправдное мастацтва. Регулярно, то есть без перерыва, следим за неблагоприятными и опасными метеорологическими явлениями. И при возникновении подаем штормовую информацию, независимо от времени. Нужно знать метеорологию, нужно знать явление погоды, нужно знать критерии подачи штормовой информации. Нужно знать, какое явление, при какой видимости, какие облака, ливневые осадки, облажные осадки. Много всего нужно знать. Но работа очень интересная, сложная, интересная, творческая. У Витебской области 8 метеостанций, каждая из них автоматизована. Это позволяет звести человечий фактор до минимуму. До того ж, технологичный прорыв дозволил максимально докладно вызначать небезпечные природные з'явы. Все это позволило, конечно, улучшить качество информации и его непрерывность. Поэтому можно давать прогнозы на более короткий период. Ладно, там на полчаса. То есть мы знаем, как меняется погода, ну, буквально онлайн. Соответственно, более четко можем прогнозировать погоду. Метеорологи полночного региона тесно супрацовничают с российскими коллегами. У рамках союзной державы реализуют совместные программы, проводят встречи рабочих групп. Витебск Аблгидромет поделился ближайшими планами. Количество станций соответствует средним Всемирной метеорологической организации. То есть та густота сети достаточная. Теперь у нас будет переоснащение гидрологической сети, пунктов наблюдения за водным режимом рек и озер. Вот эти станции, автоматику будем ставить. Сёлета Белгидромету исполняется 100 годов. За гэты перыяд подыходы до прогнозования змянилися. Однак задачи застались ранейшими – предоставлять докладную и оперативную информацию. Бо прогноз на дворе – тема, якую обмярковывают во все часы. Сергей Скол, Сергей Котов, Станислав Дудин, новины, Витебск.